Всем привет! 14 ноября приглашаем принять участие в образовательной выставке, в которой примет участие Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе. ЕГУ – это международный университет в Вильнюсе, где учатся ребята из Беларуси, из России, из Украины, из разных других стран. Они учатся по-русски, по-белорусски и по-английски, но что самое главное, они учатся по модели, которая называется Liberal Arts. Это модель свободных искусств и наук, которая вам позволяет развить свою креативность, критическое мышление и, в конце концов, создать такую уникальную личную траекторию, которая позволит вам не только достичь успешных карьерных результатов, но и окунуться в совершенно другой ритме жизни, а перед собой открыть совершенно другие горизонты, и это то, что отличает наш университет. Мы находимся в старом городе Вильнюсе, в бывшем августинском монастыре конца 18 века, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы предлагаем обучение по гуманитарным программам, социальным и искусствам. От международного права до визуального дизайна. От европейского наследия до медиа и коммуникации, мировой политики и экономики и, может быть, даже актерского мастерства. Все эти направления обучения можно найти в нашем университете, поэтому ждем вас на образовательной выставке 14 ноября и до скорого!